Приветствую вас на канале Елена Мурзилка. Приготовим сочные ароматные лодочки из кабачков. Такие фаршированные кабачки не только красивые, но и безумно вкусные. Для лодочек нам нужны два кабачка весом 700-800 грамм, 3 помидора средних, 2 репчатых лука 100 грамм, пучок зелени, 300 грамм фарша, у меня куриный, вы можете брать любой другой по вашему вкусу, 2 зубчика чеснока, твердый сыр 100 грамм, соль, перец и растительное масло. Кабачки разрезаем на две части. На кабачке делаем вот такую разметку и вот эту мякоть всю убираем. Вот так чайной ложкой убираем мякоть, оставляя 1 сантиметр мякоти по кругу. Внутри подготовленные лодочки смазываем растительным маслом. Когда смазали все, переворачиваем вот так. Смазанные внутри лодочки переворачиваем кожурой вверх и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Мелко нарезаем лук, разогреваем сковородку, смазываем небольшим количеством растительного масла, отправляем на сковородку лук, режем мелко или пропускаем через пресс 2 зубчика чеснока. Жарим, помешивая на небольшом огне до мягкости овощей. Берем 80 грамм мякоти из кабачка, нарезаем кубиками и отправляем на сковородку к поджаренному луку с чесноком. Помешивая, жарим еще 5 минут. Обжаренные овощи перекладываем в какую-то емкость. Эту же сковородку смазываем маслом еще. Выкладываем фарш и обжариваем 10 минут. Готовому фаршу даем остыть. Обжаренные овощи смешиваем с фаршем. Добавляем зелень. 50 грамм сыра, натертого на крупной терке. Еще это все мы солим и перчим по вкусу, смешиваем, и начинка готова. Кабачки достаем из духовки, переворачиваем, солим. Выкладываем начинку. Вот так выложили начинку. Помидоры нарезаем полукольцами и выкладываем вот так сверху на начинку на кабачки. Сверху помидоры присыпаем солью и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Готовность проверяйте по мягкости кабачков. Спустя полчаса сверху посыпаем небольшим количеством сыра. Вот так выкладываем сыр и отправляем в духовку до расплавления сыра. Вот и все, лодочки готовы, подаем к столу.
Друзья, если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не потерять этот рецепт и не пропустить новые ролики.